Торекс. Всегда приятные открытия. Только до 10 сентября установка дверей из серии Торекс СО в подарок. Продолжаем. На телеканале «Эфир» хроника происшествий. Крупная авария произошла сегодня ночью на северной объездной дороге недалеко от поворота в сторону поселка Дербышки. Лоб в лоб на огромной скорости столкнулись два «Форда Фокуса». Один человек погиб на месте, еще трое получили многочисленные травмы, в том числе и трехлетний ребенок. Помимо медиков и пожарных, на место выехали спасатели МЧС. Пострадавших зажало в искореженной машине. До приезда профессиональных спасателей очевидцы смогли вытащить из машины ребенка и его отца, который сидел впереди. Сложнее дела обстояли с женщиной-водителем, ведь вся сила удара пришлась как раз на ее сторону. Ребят, вы же перекладываете сейчас! Быстрее! Носилки. Хотя медики вкололи женщине обезболивающие, тем не менее лекарства мало помогали, ведь травмы оказались тяжелыми. Сейчас, подожди. Все кладем. Есть? Ноги, ноги, все, ноги! Все. Сбегаем, сбегаем. Левую! Сашка, держи! Ребенок у нас. Там черепно-мозговая травма и перелом ключицы. У этого пострадавшего? Да, у мужчины. А у второго там у девушки? Ну, женщины. Тоже там многочисленные травмы, черепно-мозговая травма в том числе. Еще ребенок, да? Да, ребенок. У ребенка тоже черепно-мозговая травма. Из-за аварии на широкой трассе образовался большой автомобильный затор. К счастью, спасатели МЧС смогли вовремя добраться до места происшествия. Частичное удаление крыши. Полное удаление стоек. Сложность теперь в современных машинах в том, что большинство деталей обшивки пластмассовые. Не режутся, не рвутся. Вот и все. В этом основная сложность. Если рвутся в момент происшествия, то края остаются острые. Соответственно, травма пострадавших. Все трое пострадавших, муж с женой, а также их трехгодовалый сын, находились в серебристом «Форде Фокусе». Всю семью срочно увезли в больницу. С дачи ехали домой в Дербышке. Предполагаемый виновник аварии, водитель синего «Форда», мчался, как угорело, и рассказали очевидцы случившегося. Трасса в этом месте широкая и ровная, и молодой человек выжимал из машины все возможное. По всей видимости, во время очередного обгона парень не справился с управлением и на всем ходу вылетел прямо в лоб встречной машине. Сила удара оказалась такой, что двигатель оторвался от кузова и отлетел в сторону на несколько десятков метров. Лихач погиб мгновенно. Он же, говорит, на встречку вылетел. 153 скорость на спидометре. Во время удара стрелка спидометра синего «Форда Фокуса» замерла на отметке больше 150 км в час. И это еще после попытки экстренного торможения. Инспекторы ГАИ говорят, что во время движения, скорее всего, скорость машины была еще выше. Так что смертельный исход этого ДТП вполне закономерен. Шокирующую картину обнаружила жительница улицы 33-й военный городок сегодня ночью. В густой лесокопосадке на земле лежал погибший мужчина. При осмотре тела был обнаружен обмотанный вокруг шеи электрический кабель. Другой конец его был привязан к ветке. Личность погибшего мужчины пока установить не удалось. В общем-то, я пошла на мусорку, и шел молодой мальчишка. И говорит, тетя, запах какой-то, кто там, типа... Я полезла, как дурочка, Нюрочка-Снегурочка, и нашла этого мужика валящего. Мужчину обнаружили в густой лесопосадке в отдалении от пешеходных тропинок. Если бы не сильный едкий запах, неизвестно, сколько еще времени мужчина пролежал среди деревьев. Заметив тело человека, женщина сильно испугалась и побежала домой. Я плакала, потом думаю, в милицию позвонить, не позвонить, боюсь даже. Думаю, они затаскают меня. Ну, плакал и вызвала милицию. Судя по внешним признакам, мужчина скончался несколько дней назад. Тело уже успело сильно разложиться, поэтому пока не удалось даже установить примерный возраст погибшего. В одежде тоже непонятно. То ли бомж, то ли не бомж, то ли сейчас непонятно. Но он там уже не первый день лежит, поэтому сейчас тяжело что-то. Покончил мужчина жизнью сам или же его смерть носит криминальный характер, скорее всего, возможно будет установить лишь после экспертизы.
Водительская солидарность помогла на улице Гвардейской задержать участника ДТП, который пытался скрыться с места аварии. Управляя «Ладой» 12-й модели, он столкнулся с двумя автомобилями, с «Ягуаром» и «Нексией». После этого, не останавливаясь, попытался уйти дворами. Но за ним незаметно проследил один из очевидцев ДТП. Он позвонил в дежурную часть ГАИ и по телефону вывел инспекторов прямо на нарушителя. Там стояла машина, вот «Ягуар». И вот эта вот двенашка, она въехала сначала в него и ее отбросила на меня, на правую сторону моей машины. Сами водители пострадавших машин не успели запомнить даже номеров виновника аварии. Нарушитель даже не притормозил, напротив, после столкновений прибавил в скорости. Однако очевидцем этой ситуации стал неравнодушный молодой человек за рулем «Мерседеса». Он благоразумно не стал привлекать к себе внимание беглеца, а просто проследил его путь и связался с дежурной частью ГАИ. Не пытались с ними общаться? Зачем общаться? Чтобы опять скрылись с места происшествия оттуда. Получается, вы их увидели, да, во дворе? Да, дождались. Так, после... Они начали выезжать, после чего проследовали за ними. Как бы сотрудник ГИБДД, мы держали связь на телефоне, как бы сообщили в дежурку, и так держали связь с ними. При объяснениях с сотрудниками ГАИ владелец скрывшейся «Лады» заявил, что за рулем был не он. Подобные отговорки для инспекторов не в новинку, тем более, что о состоянии водителя красноречиво говорили и другие участники ДТП. Таких, если выпивших за рулем, надо вообще очень сильно наказывать. Но у него признаки опьянения-то были, что кто-нибудь? Ну да, они там, несколько человек сидели, потом, видимо, поменялись они. Их начали искать, догонять. Вот молодой человек попался, хорошо, что искали его, нашли во дворах, и потом сюда уже привезли. На защиту владельца «Лады» встали его знакомые. По их версии, водитель просто не заметил, что совершил ДТП, а позже якобы решил вернуться. Так у него машина, в машине громко музыка, говорит, играла. Если бы, допустим, я совершил бы, я бы не скрылся, мне спрашивать, знаешь, что... Как бы осознают, ну, может, выпивший был человек просто и все. Так он сюда сразу же вернулся. В итоге он не успел доехать, развернулся, и его гаишники остановили. Теперь, если показания очевидца в суде окажется достаточно, то владельца 12-й вполне могут лишить прав. Пока же в ожидании разбирательства его машина отправилась на штрафстоянку. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. На перекрестке улиц Краснококшайской и Забайкальской не смогли разъехаться «Жигули» 6-й модели и внедорожник «Сан-Йонг». Вина женщины, сидевшей за рулем иномарки, была очевидна для всех, кроме самой автоледи. Ее убедить не смогли даже инспекторы ГАИ. Молодой человек на «Жигулях» в этот вечер возвращался домой. Говорит, весь день провел в гараже, ремонтировали другу машину. Теперь серьезный ремонт понадобится и его «Шестерке». Ведь после встречи с внедорожником старенький автомобиль получил серьезные повреждения. Просто она выехала передо мной. То есть, грубо говоря, может, смотря на то, что у меня там «Шестерка», у нее иномарка, и она быстрее уйдет. А получилось вот так. Вырулил и... Не успел. Автомобили ехали навстречу друг другу. На перекрестке владелица внедорожника решила повернуть налево, не пропустив встречный поток машин. Проскочить перед «Жигулями» не удалось. Как вы думаете, кто виноват? Не знаю. ГАИ разберется. Автоледи почему-то решила, что хотя бы следователи ГАИ признают ее невиновной, ведь с выводами патрульных инспекторов она была не согласна. К ней подошли, она им: «Я почти проехала». Они объяснили, что вы должны были пропустить, у вас помех справа, плюс еще поворачивать по большому радиусу. Вы вину свою признаете? Она говорит: «Нет, не признаю». Водитель «Жигули» надеется, что хозяйка корейского внедорожника не будет продолжать упорствовать и убеждать в своей правоте еще и суд. Ведь в противном случае выплаты по страховке могут затянуться на долгие месяцы. Поздно вечером на территории строительной площадки, расположенной по улице Зур-Урам, загорелась бытовка. К моменту приезда первых пожарных расчетов огнем была охвачена практически вся постройка, обшитая изнутри деревом. Людей в момент возгорания внутри не было. Рабочие пользуются помещением только днем. А вот вещи, инструменты и бытовая техника, хранившиеся внутри, от огня серьезно пострадали. По предварительной версии пожарных дознавателей, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Еще одна авария произошла на улице Саид-Галеева. Поздним вечером там столкнулись «Део Нексия» и «Пежо», в салоне которого в момент столкновения находился ребенок. Маленького пассажира спасло только то, что он сидел в специальном детском кресле и поэтому не получил в ДТП никаких травм.
автомобили ехали со стороны Кировской дамбы. Женщина, управлявшая «Пежо», рассказала, что неожиданно слева на перерез начал выезжать трамвай. Чтобы в него не врезаться, она ударила по тормозам. Но тут же сзади влетела «Нексия». У нас нет, небольшая скорость была. У него, наверное, большая, раз он не успел. Вина владельца корейской машины не вызывает сомнения. Тем не менее, у самого молодого человека своя точка зрения на произошедшее. Получается, здесь слышно было? Нет? Светофор не работает? Я начал притормаживать. Асфальт скользкий. Так, вот, догнал. Получается, вы дистанцию, что ли, не соблюдали? Соблюдал. Соблюдали дистанцию? Да. А почему получилось на аварии? Ну, так получилось, значит. Водитель «Нексии» в этот вечер вез домой девушку. Вероятно, во время движения он отвлекся от дороги на свою пассажирку, поэтому и не заметил стоящий впереди автомобиль. Если вы стали свидетелем происшествия или сняли интересное видео, звоните 248-0202 или пишите на электронную почту. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Далее продолжит тема и Сергей Шерстнев, и его гости. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Деньги есть, но собрать 4 детей в школу не на что. Ситуацию, в которой оказалась казанская пенсионерка Мавлиха Залилеева, обсудим прямо сейчас. Не переключайтесь.